А мы по большому счету все едины, как множество капелек, которые составляют единый океан. И со временем мы начинаем это чувствовать, там входим, въезжаем в город, начинаем на что-то тянуть, там на какие-то вкусы, на какие-то мысли, которые нам неведомо до этого были. Потому что мы начинаем ощущать информацию других, потому что мы все на подсознательном уровне связаны, мы единый организм. И нас всех объединяет принцип совести. Но это первая стадия. Первая стадия дуальности. Как говорится в той же Махабхарате, мы рождаемся как подобно животным под влиянием звезд, планет и гороскопов, но должны выйти за пределы их влияния со временем. И так человек начинает входить в состояние более высоких вибраций, где все есть мы и наши отражения. И выражаться это будет с повышением вибраций, на нас будет переставать влиять. Как pH. Пока мы в кислотной среде тела, на нас влияют вирусы, бактерии, паразиты. Пока мы на низких вибрациях, на нас влияет там Wi-Fi, там G5, там чужие мысли. И Вселенная, по большому счету, внешними катализаторами начинает повышать, создавать условия, чтобы мы росли. А мы на них обижаемся. Определенные. Это называется путь белого лотоса. Белый лотос растет в грязном болоте, сохраняя свою чистоту. Либо хорошо быть святым в горах Удан, но попробуй сохранить свое просветление на рыночной площади.